Тем временем в канадском Квебеке завершился саммит стран G7, который на этот раз внес серьезный раскол в ряды крупнейших держав мира. Дело в том, что президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике на саммите Большой Семерки. Документ призвал Кремль прекратить дестабилизирующее поведение и перестать поддерживать сирийские власти. Европейские лидеры также подтвердили свою готовность принять при необходимости дальнейшие ограничительные меры против России. Ранее Трамп заявил, что возвращение России в G8 стало бы полезным шагом для всех стран-участниц группы. В свою очередь, Владимир Путин напомнил, что Россия из состава Большой Восьмерки не выходила.